Здравствуйте, дорогие! Сейчас я хочу вам показать, как же нужно сделать, как можно сделать заказ свой с сайта Oriflame Россия. Для начала нажимаю кнопочку «Войти». Свой номер консультанта вписываем и свой пароль. Эти. Идем в каталог, посмотреть каталог, и либо сюда нажать, либо вот сюда. Интернет у меня сегодня долгий. Поэтому подождем. На примере я закину всего пару продуктов. Ладно, чтобы что-то не ждать, я переснул. Можно так увеличивать, уменьшать. Вот здесь такая есть кнопочка «Купить продукты». В скобочках цифра 2, то есть два продукта находятся на этих страницах. Выкидываем, допустим, вот это. Добавляем в корзину. Ну, допустим, так, вернуться к каталогу, если вы, да, не закончили. Наверняка вы еще не закончили. Вы просмотрите весь каталог, чтобы решить точно, что вам нужно, что у вас закончилось в доме, шампунь, мыло и так далее. Досмотрите его. И по окончанию, после того, как вы решили, что все уже нормально, вы нажимаете на корзину, на вот этот значок, и переходите в свою корзину. Вот они ваши продукты, которые вы заказали. Для того, чтобы продукты удалить, нужно нажать на вот этот вот крестик. Я удалять не буду, так как у меня всего один. Для того, чтобы добавить больше продуктов, можно добавить, опять же, пойти вот сюда в каталог и дальше добавлять. Можно добавить вот здесь, если вы знаете код продукта. Вот как, допустим, у этого продукта такой код. Но если вы еще новичок, наверняка вы не все коды знаете, хотя они, в принципе, приходят коды к нам на почту. Не все, конечно, но какие-то определенных, там в основном, конечно, пробники и так далее. Ну, в общем, если вы уже знаете или постоянно берете, вы можете взять, если вам нужен какой-то шампунь, а вы в каталоге не нашли, вы можете, в принципе, даже просто взять сам по себе шампунь, найти там код и его вбить, допустим, может быть, и он и есть на складе. Еще для того, чтобы вбить, можно код для того, чтобы отказаться от каталогов, льготные каталоги, которые вкладываются автоматически в наш заказ. Вот таким образом. Код 90120. Вбивая этот код, вы будете отказываться от каталога. Для того, чтобы появилась здесь цифра 1, чтобы было здесь написано, просто щелкните по чистому белому листу, вот так. Вот. Один код, да, отмена льготного каталога. Таким образом, вам не придут вот эти 5 каталогов, и у вас за них деньги не возьмут. Добавить в корзину в конце. Вот, теперь это пришло к вам в заказ. И после этого вы завершаете свой заказ. Делаете продолжить. Могу показать. Я заказывать сейчас не буду. Для того, чтобы вам показать. Конечно, ужасный интернет. И потом вы на вот этом этапе вы можете уже... Здесь есть даже в программе лояльности можно какие-то вещи выбрать. Что-то у нас такая огромная программа лояльности в этот раз. Ну, если у вас есть доступные баллы. Это уже другая тема, говорить об этом сейчас не буду. Ладно, это все, не обращайте внимания, это мое. Вот, в принципе, вам уже не будет. У вас будет только один каталог номер 6, он будет вкладываться, будет прерываться. И здесь выбираете свой адрес. Филиал сначала, не ваш город, филиал. Может быть, Москва, какой угодно. Посмотрите, какой может относиться к вашему городу.
И здесь уже пункт доставки. Вы меняете, вы пишете свой сервисный пункт обслуживания, либо у вас курьерская доставка, как вы хотите, и выбираете уже там по своему адресу. То есть, ну, СПО в вашем районе, ну, где-то в вашем городе на ближайшей улице к вам. И после того, как вы все это выбрали, здесь обязательно прочитайте, когда будет заказ, предполагаемая дата доставки заказа. Можно узнать на СПО, и также будут какие-то данные этого СПО. И в конце завершения оформления заказа. Все, ваш заказ приходит к вам на электронку. Ну и дату указанную, которая была указана тут, в эту дату приходите, в это время, в этот час, приходите на СПО и забираете свой заказ. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что я была вам полезна.